Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Будемо говорити сьогодні про залежності. Що це таке, як вони впливають на людину, та чи потрібно з них виплутатись. І допоможе розібратися нам з цією темою Павло Сарапін, психолог-психотерапевт. Дуже рада бачити вас сьогодні. І добре, що ми будемо говорити саме на цю тему, бо насправді у нашому сучасному житті дуже багато залежностей, в які можуть потрапити люди. Ну, я маю на увазі дуже багато ситуацій, які провокують бути залежною людиною. Насправді. Так. І про негативний вплив залежності, і в яку потрапляє людина, прийнято говорити. Але ж є ще і залежність, в яку потрапляє людина дуже легко і не хоче виходити з неї. Да. Тож, що це таке і наскільки така залежність будь-якого характеру впливає на людину і чи потрібно з нею боротись? Хорошо, я тогда начну з того, що отвечу на середину вопроса і по поводу хороших і плохих зависимостей. І сразу спрошу, опять же, любовь – это хорошо или плохо? И все будут говорить, как это хорошо, как это хорошо, как это очень хорошо. И каждый влюбленный человек скажет, что он зависим от объекта своей любви. Что он мало того, что зависим от объекта своей любви, но чаще всего мы еще сталкиваемся с тем, что в состоянии этой зависимости, влюбленности, люди совершают самые страшные поступки, которые портят их здоровье. Да, эти поступки могут быть как хорошими, и они приводят к тому, что эти поступки воспевают очень хорошо потом во всех литературных произведениях, как Ромео и Джульетта, которые были влюблены и зависимы друг для друга, но ситуация кончилась плохо. Да. Потом мы можем вспомнить о том, что был у нас Ромео и Джульетта, а был еще такой замечательный персонаж, как Отелло, который тоже был зависим от своей Дездемоны, но ситуация тоже кончилась, зависимость эта кончилась тоже очень оригинально. Так выходит, что будь-яка залежність не дуже добре, навіть якщо вона позитивна, вона все одно якось виходить за рамки дозволеного, за рамки прийнятого і впливає не дуже добре на людину. Да. Но тогда, опять же, если говорить о том, что мы будем раскрывать вообще понятие зависимости, зависимость – это утрата способности любого живого существа правильно воспринимать этот мир, взаимодействовать с этим миром, и, по большому счету, зависимость – это проявление ущербности любого живого существа применительно к формату этого мира. Поэтому мы, опять же, должны… Говорить о здоров'ї. Знаєте, пане Павло, я дуже часто чую ось те, про що говорять і психологи, і психотерапевти. Справді, це добре, коли людина така дуже впевнена в собі, коли вона розуміє, що вона робить так, що не так, але ж не від неї самої виникають такі залежності. Бо согласен. Її охопило. Да. Нею заволоділа ситуація. Влюбленность. Ну, наприклад, так. Да. Ми дуже гарну тему з вами взяли, от тільки що, так? Це кохання, це закоханість, це такі гарні, добрі, чудові почуття, коли не хочеться з них виходити. Да. Все добре. Але ж, врешті-решт, з'являються потім такі випадки у житті, коли це кохання, воно заважає людині, заважає бути собою, заважає, можливо, в якихось справах. І потім треба розуміти і поставити на рівний щабель усе, що є у вашому житті. Тобто, ви не можете поставити щось надвисоко. На віси положили і взвесили. І состояние, опять же, здоров'я, яке ми завжди говоримо, це состояние уравновешенності. Того, сколько мы положили на одну чашу весов, и то, что мы получили на другую чашу весов. То есть, если мы будем, опять же, проводить вот эту четкую линию между здоровьем и болезнью, применительно к зависимости, то есть, это способность человека в любой момент своей жизни сказать себе «нет», остановиться и… Вместо того, чтобы отдаваться этой зависимости, наоборот, ей пользоваться или управлять. Поэтому мы опять же с вами еще будем говорить о манипуляциях. Потому что при помощи манипуляции мы можем у других людей вызывать эту зависимость и получать прибыль от зависимости этих людей к нам, к ситуации, к каким-то веществам. Но если, опять же, говорить о зависимостях и о зависимостях как к определенным веществам, то есть мы будем здесь говорить и о наркотиках, и о алкоголе, и о любых других веществах, которые делают человеку хорошо и приятно, и он становится зависим от этого приятно. Но мы, опять же, должны поговорить, что всегда будут люди,
которые захотят воспользоваться нашей зависимостью. Угу. И мы должны говорить о том, что мы должны осознавать свои слабые места и уметь защищаться от своих зависимостей. То есть, если говорить проще, я всегда говорю, что профилактика всегда обходится человеку значительно дешевле, чем момент решения потом проблемы. Например? Если я, условно говоря, знаю, что у меня есть слабость к спиртным напиткам, поэтому мне проще избегать вообще момента соблазна спиртных напитков. Почему? Потому что потом состояние похмелья и зависимости от этих спиртных напитков обойдется мне вот в такую сумму моего здоровья. И наоборот, если я, например, знаю, что у меня есть зависимость, ну, например, опять же, к какой-то красоте, то лучше дозированно эту красоту внедрять в свою жизнь, потому что и красота может сделать из нас что-то плохое, как, например, состояние бережливости. И поэтому мы должны поговорить о том, что был такой очень хороший персонаж в «Мертвых душах» Плюшкин, который в состоянии бережливости, и его ставили в пример в определенном периоде, у него это состояние переросло в то, что Плюшкиными начали называть всех людей, которые начали собирать, и у них произошел момент, что само момент вот этого собирания и ценности того, что люди собирают, перестал быть ценен и важен. И стал, да, люди начали собирать мусор по большому счету. Ну, дивіться, виходить, що ми повинні чітко розуміти, де для нас буде добре, де погано, і ота якраз слабкість людська не дає нам можливості адекватно оцінити ситуацію. Да. Тому як це зробити краще? Чи є практичні поради, які допоможуть усім, хто нас зараз дивиться, розуміти, да, як потрібно діяти в даний момент? Ну, прежде всего, опять же, мы должны оттолкнуться от самого-самого начала и вспомнить себя в детстве. И в детстве каждому ребенку, по идее, должны родители вложить в их красивую голову представление о умении владеть собой, о умении управлять собой и своей жизнью. Если мы, опять же, говорим о детях, то это момент, опять же, зацикленности на любом процессе, на любой ситуации, на любом поведении более 5-10 минут это в детстве, это уже должно вызывать у людей, ну, у родителей опасения, что их дети склонны к вот этому моменту зацикленности. Если мы говорим о взрослых людях, то это момент поглощения каким бы то ни было процессом более 1,5 часов. А вы знаете, я перепрошу, пане, да, Павло, просто хочется додати, якщо людина настільки захоплена якоюсь справою, ну, наприклад, візьмемо творчих людей, вони ж можуть проводити за своєю, да, улюбленою роботою дуже багато, да, часу. І це теж зависимість. Це приносить результат, і результат непоганий. Як же тоді бути? Тобто дозовано треба ставитись до своїх задач? Чи як? О, що тут? Хорошо, давайте будем проще. Каждый из нас может просто взять и провести очень интересный эксперимент, связанный с особенностями здоровья каждого живого существа. Это момент продуктивности нашей жизни. Внутри нашего организма, ну хорошо, давайте проще, наше тело – это машина. И у каждой машины есть момент максимально эффективной, продуктивной деятельности. Так вот, человек в состоянии максимально эффективно, продуктивно жить только 1,5 часа, это при условии того, что человек полностью здоров, и у него состояние его воли, его каких-то внутренних резервов хорошо функционирует. Если мы даем больше нагрузки, чем эти 1,5 часа, то у нас момент концентрации внимания рассеивается, и продуктивность падает катастрофически. Угу. Поэтому... Ну, там треба зробити просто перерву, так? Да. Ну, и потом тогда, снова. Да, но мы тогда опять же должны поговорить, что внутри человека должна стоять очень хорошая программа, которая ему дает возможность переключать свое внимание и выполнять максимально продуктивно все в своей жизни. Если этот механизм работает хорошо, то у человека будет всегда все хорошо, и зависимость его обойдет стороной. Если у него в жизни сломан вот этот механизм контроля, то он всегда будет подвержен зависимости. Але ж є різні характери, є люди, які люблять, наприклад, довше поспати, так? Є люди, які люблять, наприклад, там, більше працювати, є люди, яким потрібно сконцентруватися, і вони можуть це робити, є люди непосидючі, яким хочеться увесь час змінювати свою сферу діяльності, і тоді вони отримують кращий результат. Тобто ми тут ще можемо керуватися і елементами характеру нашого. Да, это мы учитываем в обязательном порядке, ну, как мы учитываем, что если мы приобрели машину гоночную, то она у нас ездит быстро.
Ну, точно так же, как она ездит быстро, она вместе с этой быстрой ездой с собой приносит другие нюансы и особенности. И мы очень много веса на нее не нагрузим, как на грузовой автомобиль, и много пассажиров в нее тоже не сможем посадить. Угу. Поэтому изначально мы должны говорить о максимально среднеусредненных параметрах. И согласно этих среднеусредненных параметрах, полтора часа переключились на другой вид деятельности. Полтора часа и переключились на другой вид деятельности. Угу. Самое сложное для человека – это момент конвейера и выполнение любого вида деятельности более полутора часов. Но если, например, я буду вашим руководителем и буду заинтересован максимально, как говорится, извлечь из вас пользу, то я буду искать зависимых людей, которые будут трудоголиками. У них тоже будет момент зависимости. Да, это тоже зависимости, которые, опять же, формируются из-за того, что люди были затруднены реализовать свой энергетический потенциал в другой сфере деятельности. У них произошел момент сублимации из других сторон жизни в трудоголизм. И я, как предприниматель, как ваш руководитель, буду прилагать максимум усилий, чтобы собрать коллектив из трудоголиков. Бачите, як виходить в нашому житті все, так? Але ж, для того, щоб людина була максимально здоровою, а ми говоримо саме про це зараз, да, нам потрібно враховувати усі моменти, які можуть спровокувати ось так от знищення людини, і нам потрібно розуміти, що важливо для людини саме в цей час. Тобто, вона повинна харчуватися добре, вона повинна відпочивати, вона повинна працювати тоді в той час, який потрібно, для того, щоб не було залежностей іншого характеру. Так? Правильно я розумію? Да. І знаходити свою справу, наприклад, хобі, яка буде такою віддушиною для життя. От, так? Тобто робота, можливо, ще щось. Так. Да. Поэтому, опять же, если мы говорим о состоянии здоровья, то я всегда всем обращаю внимание, что состояние здоровья у нас можно будет сохранить только при разнообразии нашей жизни, то есть чтобы наша жизнь была максимально многогранной, чтобы у нас отсутствовал вот этот момент зацикленности на чем бы то ни было. То есть, если, опять же, проводить такую хорошую аналогию с детьми, то большое количество игрушек у ребенка дает возможность этому ребенку развиваться максимально многогранно, и лишает его возможности заточиться под какую-то зависимость. И когда у нас, ну вот этот мир очень многогранен, нам легче переключаться с одного вида деятельности на другое, плюс опять же у нас легко создавать более интересный вид деятельности из этого разнообразия и многообразия. Поэтому опять же делаем акцент на то, что очень важно, это когда у человека есть момент осознанности его жизни, то есть момент желания и умения управлять своей жизнью. То есть, когда человек для самого себя в любой момент, в любое мгновение может сказать «стоп», может сказать «нет». И если, условно говоря, ну, простите за такое утрированное сравнение, между перед ним объект его влюбленности, то он может сказать ему «нет», потому что у него есть какие-то другие социальные обязательства, есть какие-то другие обязательства. Угу. То есть это умение говорить себе «нет» в тот момент, когда нас переполняют чувства и эмоции. Так. То есть момент управления своими чувствами – это вот эта замечательная, правильная грань способности избежать момента зависимости. Я ще хотіла наприкінці поставити одне останнє питання. Коли ми бачимо дітей, які от залипають в телефонах там чи десь, ми розуміємо, що це залежить? Да. І що тут робити? Бо це дуже важливо для усіх глядачів, які зараз дивляться нас. Тогда, опять же, если мы говорим о нынешней информации, о нынешних социальных сетях, о вообще гаджетах, то дети уходят туда по причине того, что там им проще, им там комфортнее. И человек, как вода, всегда будет стремиться туда, где ему проще адаптироваться. Поэтому момент зависимости всегда обязан возникать в тот момент, где у человека появляется трещина, слабость, ущербность. И если вы видите, что ваш ребенок залипает в этих гаджетах, в этих каких-то социальных моментах, это говорит о том, что в семье очень большие проблемы. И этот ребенок вместо того, чтобы получать живое, настоящее, подчеркиваю, живое тепло, живое общение, уходит в электронный мир с его холодным миром. Ну, ви знаєте, велика кількість, насправді, дітей зараз. Ви зайдіть, да, в будь-який клас будь-якої середньостатистичної школи, я не кажу там зараз про якісь, можливо, індивідуальні випадки. Просто от зайти зараз подивитися, ви побачите дітей, які увесь час, ну, майже увесь час
сидять і залипають телефон. Да. Насправді це дуже серйозна проблема, як мені здається, я хотіла підтвердити зараз плохо. І почути від вас. Це дуже плохо по причині того, що, ну, опять же, хотим ми того чи не хотим, ну, покамість ми живемо в матеріальному світі. Покамість ми маємо матеріальне тіло, і ми обязаны, в даному випадку обязаны, це ключове слово, навчитися управляти своїм тілом. И для того, чтобы управлять этим телом, нужно прилагать очень много усилий. И прежде всего физических усилий. Если проводить правильную аналогию, каждый мужчина, ну, хотел бы иметь у себя на животе кубики. Но он прекрасно понимает, для того, чтобы поддерживать эти кубики, им нужно минимум полтора часа каждый день вкладывать в свое тело, чтобы поддерживать это состояние гармоничности. Точно так же и с нашей головой, точно так же и с нашим социальным общением. Для того, чтобы продуктивно общаться, мы обязаны научиться это делать раз, поддерживать этот навык два, плюс уметь выбирать партнера для продуктивного социального общения три, и вообще учиться, учиться, еще раз учиться. Будемо так робити. І я дуже дякую вам, що сьогодні розповіли, як саме це робити, скільки часу потрібно концентруватися на будь-якій справі, 1,5 години. Я так сподіваюся, всі запам'ятали, потім перерва. Да. І далі продовжуємо працювати. От так і будемо. Сьогодні вже почнемо. Дякую вам. Сподіваюся ще побачити вас у нашій студії. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.